якобы Криштиану Роналду. Офсайда нет, удар 1-0 Криштиану Роналду. Вот он, первый гол на 7-й минуте. Португальцы в чемпионате на грани офсайда. Роналду сумел мяч обработать, но вы посмотрите, какая сдержанная реакция от Криро. Уже какой там 313 или 314 гол за Реал во всех турнирах забивает Криштиану Роналду. И в таких ситуациях он, конечно, гроссмейстерски разбирается. Смотрим, Лука Модрич, конечно, никакого офсайда. Сиани, до свидания. Просто мотанул головой и увидел, как убегает уже Криштиану Роналду. Плюс Анаит Сарбили также теряет позицию. И Роналду здесь два таких подготовительных движения ногой делает, чтобы третьим нанести удар в дальний угол. И отыгран Пау Лопес. Криштиану Роналду 1-0 в этой встрече. Рисон на вашего покорного слугу в социальных сетях предполагал, что в этой встрече будет пенальти и минимум 2 забьет Криштиану Роналду. Но пенальти не вызывает вообще никаких вопросов. Альваро Гонсалес сбивает Гаррета Бейла. И если к мячу сейчас подойдет Криштиану Роналду, то 16 минут и все, тогда мы в дамках. Главное, чтобы Роналду сумел сейчас переиграть Пау Лопеса. В принципе, вот сейчас может игра закончиться. Потому что 1-0 результат, при котором у Испаньола еще сохранялись шансы. А вот отыграть 2 у этого Реала будет уже мало шансов. Роналду против Пау Лопеса. Бинго! Бинго! 2-0! И Криштиану Роналду рвется в лучшие бомбардиры чемпионата Испании. Хоть и угадал направление удара Пау Лопес, но уж больно хорош был удар, хорошей силы и, самое главное, точный. Пусть и удобная такая высота была для голкипера, но прыгнуть, надо прыгнуть за этим мячом было, а Пау Лопес за этим мячом начал заваливаться. В общем, все ясно. Криштиану Роналду 2-0. На Бейла, тот оказался на левом фланге, где только что и был, чуть-чуть там задержался. Иско. У Иско есть фирменный удар, обводящий с правой в дальний угол. Бейл, подача, 3-0! Но это не Криштиану Роналду, это, по-моему, гол в свои ворота. Это разрыв на мелкий барселонский Корнелия или Пратовский флаг. Или все-таки Криштиану. Криштиану третий забил. Нам показывает графист, что это последнее голевое касание делает Криштиану. Бейл. Великолепная косуха, как бы сказал Валерий Карпин. И Роналду. Да, это Роналду. И снова мои слова оказываются пророческими, что гол с пенальти был не последним результативным действием. Слушайте, 20 минут. Да, это Роналду. Роналду своими розовыми бутсами. Роналду отправляет мяч под прикладину. 20 минут. Да нет, там Роналду. Давай на четвертый. Конечно. Покер, 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 покер. Покер Старс. Покер Стар. Вот так давайте говорить. Покер Звезда. Покер Звезды. Покер, ну, ищи, можно было бы сказать. Но 4 мяча. Это как же круто, друзья. Мы с вами при историческом событии. Ну, контратака просто идеальная. Офсайда здесь никакого не было. Бейл вроде бы чуть-чуть передержал мяч, но посмотрите, как покатил. Да, и Роналду такой же легкий мяч забивает, как и Карим Бензема в первом тайме. Да, с линии вратарской в незащищенный уже угол, потому что не успевает здесь все перекрыть своим худым шоу. На табло мы видим просто кричащие цифры в пользу Реала. Лукас Васкес. Красиво ушел. Лукас Васкес. И здорово Роналду. 5! Game, set and match. Криштиану Роналду. Португал. Лукас Васкес выкатил мяч под удар Криштиану Роналду, и он забивает свой 5-й мяч
Я многое видел, но такого, честно говоря, не припомню. Вот именно чтобы... Нет, я комментировал матч Барселона-Байер, когда 5 забил Лионель Месси. Я не зря вспоминал про игру против Гранады, когда счет был 9-1 в пользу Реала, и тогда 5 забил Роналду. Ну, посмотрите, что... Ну, вот еще бы красную дорожку постелили, да, пожалуйста, забивая Криштиану. И он забивает. Он беспощаден в таких моментах. Пентатрик. Ну, якобы Криштиану Роналду. Офсайда нет. Удар. 1-0. Криштиану Роналду. Вот он первый гол на 7-й минуте. Португальцы в чемпионате. На грани офсайда Роналду сумел мяч обработать. Но вы посмотрите, какая сдержанная реакция от Криро. Уже какой там 313 или 314 гол за Реал во всех турнирах забивает Криштиану Роналду. И в таких ситуациях он, конечно, гроссмейстерски разбирается. Смотрим, Лука Модрич, конечно, никакого офсайда. Сиани, до свидания. Просто мотанул головой и увидел, как убегает уже Криштиану Роналду. Плюс Анаец Арбили также теряет позицию. И Роналду здесь два таких подготовительных движений ногой делает, чтобы третьим нанести удар в дальний угол. И отыгран Пау Лопес. Криштиану Роналду 1-0 в этой встрече. Рисон на вашего покорного слугу в социальных сетях предполагал, что в этой встрече будет пенальти. И минимум 2 забьет Криштиану Роналду. Но пенальти не вызывает вообще никаких вопросов. Альваро Гонсалес сбивает Гаррета Бейла. И если к мячу сейчас подойдет Криштиану Роналду, то 16 минут и... Все, тогда мы в дамках. Главное, чтобы Роналду сумел сейчас переиграть Пау Лопеса. В принципе, вот сейчас может игра закончиться. Потому что 1-0 результат, при котором у Испаньола еще сохранялись шансы. А вот отыграть 2 у этого Реала будет уже мало шансов. Роналду против Пау Лопеса. Бинго! Бинго! 2-0! И Криштиану Роналду рвется в лучшие бомбардиры чемпионата Испании. Хоть и угадал направление удара Пау Лопес, но уж больно хорош был удар, хорошей силы и, самое главное, точный. Пусть и удобная такая высота была для голкипера, но... Прыгнуть, надо прыгнуть за этим мячом было. А Пау Лопес за этим мячом начал заваливаться. В общем, все ясно. Криштиану Роналду 2-0. На Бейла тот оказался на левом фланге, где только что и был. Чуть-чуть там задержался. Иско. У Иско есть фирменный удар, обводящий с правой в дальний угол. Бейл, подача, 3-0! Но это не Криштиану Роналду, это, по-моему, гол в свои ворота. Это разрыв на мелкий барселонский Корнелия или Пратовский флаг. Или все-таки Криштиану. Криштиану третий забил. Нам показывает графист, что это последнее голевое касание делает Криштиану. Бейл. Великолепная косуха, как бы сказал Валерий Карпин. И Роналду, да, это Роналду. И снова мои слова оказываются пророческими, что гол с пенальти был не последним результативным действием. Слушайте, 20 минут. Да, это Роналду. Роналду своими розовыми бутсами. Роналду отправляет мяч под прикладину. 20 минут. Да нет, там Роналду, давай на четвертый. Конечно. Покер, 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 покер. Покер Старс. Покер-стар, вот так давайте говорить. Покер-звезда. Покер-звезды. Покер, ну, ищи, можно было бы сказать. Но 4 мяча, это как же круто, друзья. Мы с вами при историческом событии. Ну, контратака просто идеальная. Офсайда здесь никакого не было. Бейл вроде бы чуть-чуть передержал мяч, но, посмотрите, как покатил. Да, и Роналду. Такой же легкий мяч забивает, как и Карим Бензема в первом тайме. Да, с линии вратарской в незащищенный уже угол, потому что не успевает здесь все перекрыть своим худым шоу. На табло мы видим просто кричащие цифры в пользу Реала. Лукас Васкес красиво ушел. Лукас Васкес! И здорово, Роналду! 5!
сказать. Game, set and match. Криштиану Роналду. Португал. Лукас Васкес выкатил мяч под удар Криштиану Роналду, и он забивает свой пятый мяч. Я многое видел, но такого, честно говоря, не припомню. Вот именно чтобы... Нет, я комментировал матч Барселона-Байер, когда 5 забил Лионель Месси. Я не зря вспоминал про игру против Гранады, когда счет был 9-1 в пользу Реала, и тогда 5 забил Роналду. Ну, посмотрите, что... Ну, вот... Еще бы красную дорожку постелили, да, пожалуйста, забивая Криштиану. И он забивает. Он беспощаден в таких моментах. Пентатрик.